У нас тут сорвался эфир. Да, может, кто-то... Это я, когда он начал... Да-да-да-да-да! Телодвижение много. У нас сорвался эфир. Не вывозит просто Инстаграм такого. Еще втроем собрались, еще кивана очки одевает, друг, мартышка очки, другая шапку сняла, блин. Может, что с интернетом еще? Может, видишь, что, нифига ничего. И нет никого, ты видишь? Ну все, значит. Что-то инстаграм пошла. У нас тут немножечко сорвался эфир, вот что-то с Wi-Fi. Извиняюсь. Фая, нет Wi-Fi просто. Продолжение слышь, следует. А ты скажи, Фая, нет Wi-Fi. Три раза. Фая, нет Wi-Fi. У нас забрали телефоны и кады все. Пароли, явки. Хозяйка пришла, забрала, да? Она тут знает код. От наших телефонов. Ой, не могу. Сумасшедший. Я извиняюсь, у нас просто вырубился первый прямой эфир. Нам что-то не везет, да? То мы сначала вышли в другой аккаунт. В другом аккаунте. Вот. Теперь мы, значит, вели-вели хорошо, сильно стали махать руками. Катя как надела очки. Я не могу все смотреть в прямом эфире. Телефон не выдержал. Да, телефон не выдержал, да. Он перепутал, скажет, от Калачева или не пойму, или Куклачева, блин. Маску не ту наложили. Как телефоны определяют лицо владельца. Ну, это не Юля. И вырубился. Ой, так, могу. Ну что, теперь давайте по-серьезному, да? Ну, на самом деле, да? Мы серьезные люди. Да, мы очень много рассказали интересного вот сейчас в эфире, который просто вырубился и все. Ты понимаешь, вот я больше, когда я веду марафон «Стронси», ты представляешь, как я переживаю? Нет. Маша, ты представляешь, нет? Я не понимаю. Ты не понимаешь? А, ты имеешь в виду в тот момент, я настолько когда ты, конечно, переживаю. Представляешь, что вот я прочитал лекцию, у меня там уходит энергии просто, я даже вообще просто нереально. И представляешь, раз эфир, допустим, врубается. То есть я два дня хожу, очень перед этим все время перебом все перезагружает дом. Я говорю, блин, собственно, я говорю, не дай бог, я говорю, у меня сорвется эфир. Нет, конечно, да. Это что, вообще. Ты там рассказываешь. То есть ты видишь, сколько людей смотрят, то есть ждали этого начала марафона. Все, господи, ты что же делать, чтобы такого ни разу у меня не было? Ну, поставь что несколько Wi-Fi. Ничего, по новой начинать. Как сегодня, ну, да. Как сегодня я тебе записала видео, ну, по идее, и закрыла, да, пальцами, да, звук. Больше ты же не вернешь. Ну да, да. То есть да, приходится перезаписывать. А ты один ролик запиши, да и все. И всегда гоняй его, как все остальные делают. Ты знаешь, мне так совесть даже не позволит его сделать. Нет. Вообще, ну, стой, да, с ним. А, я вообще, знаешь, что-то я такая придумала. Мне нужно купить бутафорную еду. Вот купить то, что, ну, чтобы мне было вообще показать побольше, я же все время заказ, ну, покупаю в магазине, вот там свеклу, морковь, там рыбу, там туда-сюда. То есть я смотрела американский канал, и там мне очень понравилось, как работает диетолог, то есть он вот на продуктах показывает, там, что надо есть, что не надо, где, что, как. И вот мне сказали, в детских магазинах продаются вот эти вот игрушки, типа там морковь, свекла, лук, чеснок. Поняла? Чтобы я уже могла полностью, допустим, не покупать, я же никогда не... продуктами, а вот... Не живыми продуктами, а картинками, ну, грубо как говоря. Игрушки. Тоже, как, кстати, интересная, да, тема? Да, это почему ты, наверное, бы... просто когда конфеты покупаешь для этого эфира, но, коровку, ты потом боишься, что ты их съешь. Но я покупаю по три коробки, по три коробки, по три коробки, по три конфеты я покупаю. По три коробки. Так, короче, что там, да, вот уже вы пишете. Хочу сказать, что, значит, марафон закончился, марафон стройности. Мы там уже сейчас объявили победителей. На этот раз 4 победителя, потому что у меня еще тут призы от спонсоров. Как вот мы сейчас вот показывали, да, это вот такая вот шапка. Это шикарнейшая сумка. Вот, она, вот сумка. Сумка. Это вот красивая. Второе место. Шапка, четвертое место. Сковорода. Третье место — сковорода. И первое место — приз 10 тысяч рублей. Девочка минус 9300 за 21 день. Представляете, какой результат? А вообще результаты бомбические. В принципе, самый маленький оказался у молодого человека, наверное, да, все-таки у Ильи. Нет, нет. Нет, еще меньше есть.
Короче, самый маленький вот, результат. 100, девочка, самый маленький результат это 2 кг 100. Самый маленький. Самый большой 9300. Самый большой 9300. Причем, представляете, какой потрясающий результат. 60 килограмм весила участница марафона. Стала весить 54 600. То есть, если быть точнее, 60-100 весила в начале марафона, 54-600 стало, да, через 21 день 5-500 минус, представляете? То есть, да, весе. Потому что многие очень спрашивают, типа того, а вот если при маленьком весе, насколько можно похудеть? Ну, Машка вообще у нас чемпионка, блин, 72-800-600 весила, и сейчас она вот 52 скажите, килограмма. Что за шапка, Юль пишет, расскажи, откуда у тебя такая классная шапка? Шапка откуда у меня? Это Moscow Bags. Я вот ее сейчас показывала в сторис. Блин, крутая, ангорка. Да, такая, ангорка классная. Да, прям суперская. И логотип вот такая вот, да, да. Классная шапка, очень. Слушай, и цвет вообще офигенный. Вообще и цвет какой-то офигенский. Нейтральный, просто под любую. Да, он такой, как пудровый, да. Кремовый, да, какой-то, да, оттенок. Лена Шипилова прислала мне вот такие вот призы для участников моего марафона стройности, да. Вот, шапка это приз, шапка это подарок, Moscow Bags, подписывайтесь, у нее там просто вообще огромнейшее количество и шапок, и сумок. Мне знаешь, что больше всего нравится, что я сегодня как утром одела эту кофту, я ее не снимала, то есть я в ней сходила на тренировку, я в ней потренировалась, ну, я пришла, да, еще я сейчас поеду еще, да, в одно место, в ней же. Вообще офигенно. А, ну вот, кстати, по поводу того, что мы разговаривали, что пишут разную фигню. То есть молодые люди мне там писали, некоторые мужчины, что как так я могу заниматься в тренажерном зале, не стелить полотенце и потом в душ, душ не принимать. И вот в одной а их это же вообще как, каким образом касается? Я не знаю. Ты живешь в 2 минутах от... Ты почему должна в этом месте, извините, купаться? Вот мне туда даже заходить неприятно. Вот, допустим, ну, да, я говорить, с тобой, да, согласна. Где? Я, сам, да, я вообще захожу в эту... Там пахнет чужим потом каким-то. Да. Мне неприятно, да, находиться там лишнее время. То есть ну да, уже... допустим, да. И у меня, может ты быть, можешь, да, села в машину, доехала до дома, приняла комфортно душ в своей шикарной ванной. Ну, ты почему зна... ты должна там просто... Я на это, я, наверное, вообще, вот это единственный анекдот, который я запомнила, что я вообще не запоминаю анекдоты. Мне, вот, кажется, горячую отключили дом, поэтому пошла в спортзал. Нет. На искупку. А вы почему после туалета русский, типа того, там француз вышел после туалета, руки помыл, там англичанин вышел, руки помыл, русский вышел и не помыл. Его спрашивают, а что же вы руки-то не вымыли после туалета? Он говорит, а я, говорю, мы русские привыкли на руки не писать. А я запомнила тоже. Знаешь, пошла, но это не анекдот, это просто девчонка-блогер угорала. Типа, ну все, говорит, пошла в спортзал. Дома горячую воду отключили, говорит, помыться пошла. Спортзал. Нет, ну в принципе, многие на самом деле, особенно в летний период, когда отключают воду, начинают ходить в спортзал. Ну это уж хорошо. Помыться просто, да? Вот. Короче, по поводу марафона стройности, да, то есть итоги вот мы подвели. Крутые вот такие вот фигурки. Полтора листа сегодня списали мы. Девочки мне помогали, сегодня 4 часа разбирались. А когда я поехала с Шипиловой в этот, в Кисловодск, она еще надо мной угорала. То есть я вот утром встаю, она пока еще там, то есть мы побегали, все, она пока там что-то в инст выкладывает, все, я, значит, очки, лампу, и я, значит, за письменный стол сижу, она говорит, опять это работает, опять это работает. То есть я там 2 дня вот это все исполняла. Писала, что вот это все отследить, посмотреть. Нет, это все не очень просто. Тяжелый труд. Очень тяжелый огромное труд. Огромное количество подписчиков, участников, это огромная ответственность, я считаю, потому что люди на самом деле с таким доверием относятся. Да. Если бы вы посмотрели просто эти сообщения искренние, если бы вы увидели вот, ну, сколько эмоций просто, ну, лично у меня вызвали вот эти вот, ну, да, пожелания, да, тебе. Да. То есть каждый человек реально пишет от души. То есть это для некоторых, как многие пишут, это как какой-то шаг в новую жизнь Юля подарила. Я считаю, что это очень круто. Да, ну, вот сегодня, да, вот сегодня меня прям до слез тронуло, что девушка там пришла на в суд, пришла в суд и встретилась с мужем, который вообще ей не платил чуть элементы, ничего, да. Свернул. И говорит, я просто, она у меня очень хорошо постройнела, и она говорит, я просто, говорит, вообще еще она и настроение. Она говорит, мне уже никакие деньги были, да, не то есть нужны. Мне, говорит, ничего не надо было, мне, говорит, достаточно было посмотреть, как его, он на меня смотрит, да, с отвисшей челюстью и не верит, что это вообще
вообще я. То есть я, говорит, зашла прям на самом деле, прям звезда. На самом деле, то есть результат офигенный. Кстати, вот если кто смотрит за моим аккаунтом, я, по-моему, в основной аккаунт выкладывал ягодицы. Вот эта вот девушка и сказала вот с ягодицами, без фильтра. С ягодицами. Нет, ну классные, то есть какие там, какая попец стала вообще без целлюлита и все. Слушай, Маша, а ты скажи, вот Маша, значит, минус 20 килограмм скинула на моих марафонов с февраля месяца без единого нарушения. По поводу целлюлита расскажи, что у тебя, как вообще? Ну, ушел целлюлит. Не совсем, но ушел. Это она вообще не занимается спортом? Вообще не занимается вообще. Спортом? Просто 20 килограмм. Я вот лично по себе заметила, я активно всегда занимаюсь спортом. И если я все равно, то есть я даже, если у меня вес прибавляется, то есть дожралась я 65 у меня было, 65-800 даже было. То есть при активных занятиях спортом, то есть целлюлит был, то есть я... также и стала тренировать, то есть я тренировки не уменьшила и не увеличила, просто вообще четко стал следить за питанием, целлюлит вообще ушел практически, вот единственное, вот на области галифе, вот я сегодня на тренировке, в коротких, знаешь, его прям видно, вот я все-таки считаю, что целлюлит это все-таки жир. Жир однозначно, да, не то, что это у женщин такое строение, может быть, все равно это жир. И вот, соответственно, жир ячеистый, он там в ячейках расположен, да, какой, да. И его прям видно. То есть вот на моей ляжке, вот реально. Да ты гонишь, Юля. Если сегодня вот нормально так падал свет, то есть я смотрю, там мышцы обтянутые кожей, но вот в этом месте, где галифе, там прям вот как будто вот кусок, вот это вот как будто прям туда. Она на себя наговаривает. На самом деле. Наговаривает, точно. Есть такое. Тебя сын поздравил? Конечно, поздравил. Нет, сын меня поздравил, мне с утра позвонил, сказал очень-очень такие прям приятные слова. Прямо... А как муж поздравил? Да, муж вообще поздравил, просто муж поздравил. Причем вот у меня муж вообще просто замечательный. Очень грамотный мужчина. Какой он мне подарил букет. А какой нам? Шикарный. Подарил, и вот такие вот букеты он подарил девочкам. Нам так приятно. Вот. И вот там еще у меня розы стоят вот вдалеке. Да мне все равно. А кто там что-то еще? Я это... И еще вот мне свекровь подает. Я не знаю, как говорить целлюлит. Целлюлит. А ты что, ты просто не знаешь, что это такое? Вот ты не знаешь, как говорить. Нет, ты знаешь, мне очень понравилось. У меня была знакомая, вообще выглядит вообще просто бомба. Вообще бомба. Она постарше меня. Ну, там вообще просто девочка. Вот. И я говорю, слушай. И она что-то раз с массажа выходит. Она сама косметолог. Выходит с массажа. Я говорю, а ты что? Она говорит, да вот на массаже от целлюлита. Говорит, избавляюсь. Я говорю, слушай, ты че? А у нее вообще, прям вот фитоняшка. Я говорю, слушай, я что-то не пойму, а у тебя где целлюлит? Она говорит, а что это? Говорит, у всех есть, а у меня нет, что ли? То есть, вот, прям нормально. То есть, а что, у всех есть, а у меня нет, что ли? Нет, а я просто не понимаю, какая кому разница, как ты говоришь это слово. Я, кстати, уже не первый раз замечаю, что тебе пишут эти комментарии, то есть, это уже не первый раз. Я почему-то его не могу выговорить. Целлюлит. Вот это знаешь, а ты можешь сказать Гибралтар, например? Гибралтар. Ну вот, Гибралтар говорит, да, а целлюлит не может. Ну вот у меня бывает иногда в некоторых словах там целлюлит. Ну, какая разница? Да. А у тебя есть какие-то слова, которые ты не можешь выговорить, или которые ты неправильно знаешь, что ты говоришь? Я вам скажу, вы не скажете. Скажи. Чахлки и морущи. Ой, боже мой, я даже не могу понять. Это по-каковски. Это что? Украинский язык. Такой точно. Качай бессмертный. Чахлк не вморущий. Чахлк не вморущий. На дворе лежит... Подожди. На дворе лежат дрова, на дровах растет трава. Много внимания пошли вы уже не туда. Действительно, правильно, Володя, ты сказал. Да, ну сказала и сказала. Апельсиновая корка. Так, ладно. Так, нужно говорить. Вот. Понятно? Ладно, хорошо, я приму к сведению, мои дорогие, обязательно. Буду говорить правильно. Буду говорить правильно. Но вы смотрите, вы же не смотрите канал, первый канал, да? То есть тут не первый канал, тут канал Калачева. Калачева Джулия, понимаете? Борьба с целлюлитом. Поэтому тут такое, вот. Что там говорю, я не говорю, правильно или неправильно, то есть отключайте и все, если это вас раздражает. Ритка, он сидит, пишет, смеюсь над вами, жмете, девчонки, ну просто... Скажи целлюлит. Так, не будем на этом концентрироваться. Конечно, не будет у нас никакого целлюлита никогда. Вообще, абсолютно.
Так, ну что, вот давай, Маша, рассказывай, на 20 килограмм. Легко было тебе похудеть? Конечно. Мне тоже интересно. Сама в шоке. Изначально-то, конечно, нелегко было. Надо все это было привыкать. Потом еще самое основное такое, что тяжело это было взвешивать, все это писать, записывать все эти. Ну, слушай, подожди. Наши граммовки. Слушай, а знаешь, что вот меня интересует? Я вот ела вот эти хлебцы Корнер. Ну. Тоже. Там вот написано 30 килокалорий в одном хлебце. Это я знала так, изначально. Что там не 30? Да, ну там не так сильно. То есть ты много. Настолько досконально подходил к питанию, так что там ты... в одном один хлебец вот такой, другой вот такой. А я в нем нет. 10 грамм. Ты знаешь, но я не знала. Я знала. Ты значит, знала? Да. То ну, есть когда вот... открываешь пачку даже... То есть вот досконально, вот кто досконально все вот это изучает, у меня, кстати... В одном хлебце бывает 12 грамм, в одном да, 9. Да. Смотрите, какая а там сейчас калорийность общая. Сейчас пошло что? Мы тоже, ты знаешь, на тренировке, короче, вот мы с моим наставником, чемпион мира, знает все про питание, знает все про тренировки. Я говорю, а ты знаешь, Володя, что такое усваиваемые калории и неусваиваемые калории? Ты знаешь, что это такое? Короче, сейчас на продуктах, которые начали продаваться вот тоже и диета 64, и в спортивных магазинах, короче, пишутся, производитель пишет, усваиваемые калории 50, неусваиваемые там 30. Ну там вообще, да, усваиваемые. Приблизительно калорийность не знают, наверное, что ли? А, типа, и там... они вот пишут, что... а там догадайся. То есть, грубо говоря, ты съедаешь 100 килокалорий, а у тебя усвоится только 20. То есть вот это вот тюльки на уши вешают. Ты понимаешь? Если ты не будешь выговаривать хоть половину алфавита, мы все равно, говорит, будем тебя смотреть. Да, слушайте, ну, наверное, такое будет, я так думаю, если мне будет лет 90, Инстаграм, я... Это уж модная бабуля такая. Вот, на самом деле, ты представляешь, что сейчас уже до чего? То есть мало того, что на упаковках неправильно пишут калорийность, неправильно, нахера они тогда пишут, что там 30 килокалорий крупным? То есть я вот ничего не вижу. Ты видела там, значит? То есть я мало того, что я неправильно произношу, я ничего не вижу, плохо. Ты видела? Ты видел там значок примерно? Вообще мне надо рекламировать, ты понимаешь, фалосы, понимаешь? То есть, для этого есть уже специально обученный человек. Слушай, а если Юля, ты вообще слушай. Бегущей строкой субтитры. Слушай, а я вообще думаю, а зачем мне вообще тогда что-то рекламировать, если можно взять крутую одну рекламу фалосов, да, и за месяц иметь, в принципе, нормальную сумму, там ничего не говорить, ничего не надо. И тогда как раз ты можешь одеть свое декольтированное красное платье вместо тортика. Слушай, мне кажется, подписчиков прибавится. Да, однозначно. Так, ну ладно, это мы просто шутим, чтобы, как говорится, а это... А что с хлебцами не так? Не ешьте. С ними все так, только их надо тоже взвешивать. Написано, что в них 30 калорий на один хлебец, но там хлебцы разные. Они есть тоненькие, толстые, то есть не ровные, как у них разрезаны. Короче, для тех, кто хорошо видит, перед тем, что крупная цифра 30 килокалорий написано якобы в одном хлебце Корнер, да. Там значок такой мелко-мелко-мелко, такой волна. Приблизительно. Волна. Понимаешь, волна. Да, это приблизительно. Ну, ты знаешь, что самое прикольное? Что я тоже перевесила все хлебцы, но почему-то меньше 30-то нет. Вот в чем дело. У меня был 9 грамм. У тебя был 9 грамм? Да, 290 в 100 граммах, значит, в 10 граммах. Ну, короче, все равно, подожди. Ну, как штампуют они, вот, наверное, ну, я не знаю, что, но мне, короче, все хлебцы попались больше, чем 10 грамм. 11, 12, 13. Ничто. Я просто хочу сказать, что, понимаешь, они волну-то ставят, но все равно эта волна идет в большую сторону. Да, ну они же как штампуют, да. У них же режет там какая-то машина, они же не руками их режут. Ну, они, скорее всего, их заливают. Ну, то же самое, смотри, то же самое, как калорийность. Вот, допустим, калорийность, если натуральная молочная продукция, ты никогда в жизни не определишь, или, допустим, натуральная там растительная продукция, никогда ты в жизни не определишь точную калорийность. Сегодня корова съела одно, а завтра она съела другое. Или свинья. А до нас это вообще или не доело. Да, да. То есть, или вот, как вот тоже сказали, то есть поле ржи. На одну часть поля, то есть поле огромное, на одну часть поля дождь попал, да, на другую не попал. То есть там будет рожь такая более
допустим, да, там, да. А с другой стороны, там нет. Поэтому, если взять с одного поля, с разных участков взять вот эти там колоски, да, сделать там анализ калорийности зерен, то, соответственно, там и будет разная калорийность. Но если так заморачиваться, то тогда точно не похудеешь. Чтобы нет, ты знаешь, может, и похудеешь, потому что тебе будет только и делать, что считать, все высчитывать. Нет, ну надо еще и жить еще... нормальной жизнью просто, да, при этом питание. Вот, согласна, согласна. Поэтому от одной или двух калорий сильно не поменяется. Согласна. Хотя вот Маша мне рассказывала о том, что когда у нее выходило на 5 калорий, допустим, перевеса, она отщипывала. Вот, ну, Маша, скажи, она просто отщипывала кусочек. Ну, я не буду рассказывать, какие у нас там граммовки. Вот надо было нам, например, там такую-то вот 70 грамм, там, допустим, чего-то. Ну, допустим, 70 какого-то продукта. А у меня выходило на весах 73. Я брала вот эти 3 грамма, отламывала. Там, ну, вот результат. Ну, да, да, я, знаешь, как могу. То есть я вот иногда я могу как сделать. То есть сгущенку я выдавливаю, 15. И потом бумс, чуть побольше. Если я так обычно творог делаю. Ну, по идее, да. Добила, типа. Нет, а вот смотрите, у меня, значит, еще участвует в марафоне. Кстати, у нее не с начала марафона. У нее ушло 3 килограмма администратору Вовы. Кто у него работает, Инга, работает на мойке. То есть, ты знаешь, она так вообще досконально подошла к изучению вопроса. То есть, она, короче, все-все-все. То есть, до марафона она уже, то есть, она знала, что будет участвовать. Она до марафона изучила всю таблицу калорийности. Что, чему, чего, как, туда-сюда. Все, у меня там спросила, у Вовы, у Нины Михайловны, у маману моей. Все, то есть, на работе она все, да. Вот она мне сказала, что открылись аптеки «Магнит» теперь. Ничего там себе. Продаются фитпарат «Стевия» написано. То есть, вот более он полезный. Ну, короче, вообще. А, я, кстати, смотрела, вот ты выкладывала в прямом эфире. Да, ну, вот на Рахова, она сказала, где там она живет, я так говорю, что-то Рахова 11, что ли, она говорит, там вот это вот теперь в аптеке, все это можно купить и... Пытаюсь по Калачевой, ничего уже не взвешиваю, все отлично заходит, и вес уходит ровненько, без стресса, я рада. Вот. Идем по восточному методу мы просто, вот и все. Не торопясь. Да. Так, ну что я хочу сказать, наверное, все, да, мы просто уже устали, дел у всех полно, и нам, наверное, уже надо сваливать, да, по делам. Вот, и девочкам хочу сказать большое спасибо за то, что они в такой солнечный прекрасный день просидели у меня дома. Да, уж солнечный, да? Очень довольна. Нет, но днем-то было-то как хорошо. Юль, для нас праздник встречи с тобой, поэтому... Ну, спасибо. Я бы даже сказала, что это большая честь просто увидеться с тобой. Вот так вот себя трогать, потому что многие не могут себе этого позволить. Она, знаешь, какая худенькая, маленькая такая девочка, совсем крошка. Совсем исхудала Юлька. Да. Худая стала совсем. А слово целлюлит так и не может выговаривать. Это не самое страшное в жизни. Так, ну все, давайте мы тогда прощаемся, да? Все, всем пока. Всем пока. Всем пока. Спасибо большое за эфир. Спасибо большое. Выставлю я и сюда тоже, вот в этот аккаунт, у кого какие результаты, из 39 человек, которые у меня боролись за призы. Кто хочет на марафон, присоединяйся. Марафон отличный. Да. Будет 7 декабря следующий марафон. Кто хочет участвовать, пишите мне в директ. Не пожалеете, марафон супер. Да, все работает. Хотя бы попробуйте. Да. Кто ну, вот это хотел, лучший марафон. Все, спасибо всем. Спасибо, да, и с праздником, и вас всех. С праздником, да.